Добрый вечер, уважаемые друзья. Вернее, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 14 июня 2016 года. Это город Рига. Корт номер 5, на котором матч первого круга теннисного турнира Рига Open. Турнир второй категории ТЕ, возрастная категория 14 лет и моложе. Встречается Максим Старостин со своим соперником. Встречается Максим Старостин против своего соперника. Первый сет Максим проиграл. Во втором ведет 3-0 по геймам. Но вот соперник, значит, соперник ведет 40-0. Да, и, в общем-то, 3-1. 3-1. Максим пока что уступает. 3-1. Максим пока что уступает. Максима. Не проходит первый мяч. Максим себя обвиняет, но дело в том, что не вышел из подачи. Давай.
они этот след. Вот видишь, здесь? Я не лезу, смотри. Вот смотри, как Макс начинает работать. Ты тоже не. Тот показывает ему правильный след. Макс начинает показывать другой след. Вот эти, обращаю внимание, как начинается спор. Вот я тебе показываю, как люди на ровном месте поступаются, понимаешь? Ты должен, обязан. Как вот, обрати внимание, чувак что делает? Он берет, накрывает ракетку, даже вот, ракетку кладет, и чтобы ее не трогали, чтобы никто не трогал. Подложи, как он играл с твоим.